13 декабря в Таврической академии в рамках расширенного заседания правкома работников прошло торжественное вручение удостоверений ветеран труда КФУ имени Вернадского. Моя вся жизнь связана с университетом, независимо от того, как менялись его названия, статус и положение. И после того, как я закончила этот университет, я сразу поступила в аспирантуру, здесь осталась. Поэтому вот, к сожалению, теперь я подошла к тому состоянию, когда называюсь ветераном уже много лет. И сейчас еще раз этот статус пытаются подкрепить. Я работаю, начинал я лаборантом с 30 августа 1982 года. Ну и так далее. Потом затем поступил в следующем, в 83-м, на, тогда еще назывался, филологический факультет, ныне факультет славянской филологии и журналистики. Мне приятно, что все-таки наш факультет пользуется большим спросом. И к нам поступают, вообще конкурс большой, и поступают, в общем-то, из разных концов мира. Удостоверения были вручены сотрудникам, проработавшим в ТНУ имени Вернадского более 25 лет. Самый пожилой ветеран проработал здесь практически всю свою жизнь – 54 года. 64-го года, да, 54 года стаж работы. Поэтому раньше же он же пединститут у нас назывался, потом Симферопольский госуниверситет, потом уже ТНУ. А сейчас уже Таврическая академия. Пришла сюда после школы, можно сказать, на второй день после выпускного вечера. И так вот по сей, как говорится, день. Решение о присвоении звания ветерана труда КФУ принято совместно ректоратом и правкомом работников. Сотрудников поздравил директор Таврической академии Игорь Воронин. Таврическая академия – это тот костяк, который прошел горнило десятилетий, а в нашем случае уже, наверное, и столетий. Мы проявили себя, закрепили, доказали свое право на существование. Когда я говорю о том, что Таврическая академия – это то ядро, вокруг которого должны формироваться другие структурные подразделения Крымского федерального, то так или иначе это люди. И вот сегодня, я так полагаю, собрались именно те люди, на хрупких плечах которых это, так сказать, горнило было пройдено, и на хрупких плечах, которые мы и сформировали тот костяк, благодаря которому нам удалось сохранить Таврическую академию, и благодаря которому мы создаем новую структуру Крымского федерального университета. То есть это вы, люди, которые не один десяток лет проработали в нашем университете, бережно хранили эти традиции, создавали этот университет, нынешнюю академию. 225 человек в Таврической академии были удостоены звания ветерана труда.